Владимира Владимировича Путина, да, я хочу эту песню спеть, пожелать ему на выборах успеха, говорю это открыто совершенно, он знает мою позицию, когда мы встречаемся, разговариваем, моя позиция такова именно, потому что сильный, харизматичный человек, лидер, который за эту страну на самом деле болеет. И когда с ним разговариваешь, я уже сегодня говорил, вот встречался с вашими волонтерами здесь, в этом городе, и посмотрел, у них горят глаза, вот ровно так же у него горят глаза за каждого человека. Он в курсе каждого вопроса, в курсе. У них все сначала можно сделать. Всего лишь 18 лет для вас, и это очень мало. Я думаю, что будет время, когда наши дети и мы с вами будем жить в сильной, стабильной стране, которую я уже говорил сегодня, которую будут бояться, а потом и уважать сразу начнут. Желаю вам этого. Песня для меня, на самом деле, которую я спою, она пророческая. Почему? Потому что, когда я писал, я не знал, что это будет состояние сейчас у нас с вами. Ничего не предвещало тогда. Украина была Украиной, частью нашей. Мы жили там, туда ездили, теперь туда не въездной. Вопрос в том, что некоторые вещи, которые нам кажется, что это где-то происходит, но только не с нами, вот мы именно сейчас с вами переживаем эту историю. Что будет с нашими детьми, не знаю. На грани стоит сейчас мир. На грани. Я хотел бы спеть и понимаю, что благодаря, наверное, тому, что это последний оплот христианства на земле, это Россия наша, которая любит Бог, пока мы еще живы из-за этого с вами. И у нас вот замечательная есть возможность с вами жить, любить в этой стране, и чтобы у нас все получалось. Как бы нас ни ругали, как бы нас ни любили, но мы единственные неповторимые в мире. Поэтому нас и не любят, потому что понять не могут. Песню послушайте, пожалуйста. Песню про нас с вами, про нашу жизнь. Пока я не верю. Одна из ранних 10 лет ей больше. Спасибо. Вот сколько можно суд вершить. А суда не вы. На той, где 40 сороков стоит с протянутой рукой. На той, где 40 сороков стоит с протянутой рукой.